Это из творческой студии Чижевский Lessons. Я вам решил показать нашу студию и рассказать, что здесь у нас вообще есть и на чем здесь можно научиться играть. Значит, здесь можно научиться играть на акустической гитаре, здесь можно научиться играть на барабанах, также можно научиться играть на басухе, также можно научиться играть на клавишах и петь. Также можно научиться играть на электрогитаре. Где у нас электрогитара? Вот у нас электрогитара. И это у нас тут электрогитара. Идемте дальше. Так, тут у нас находится концертный зал. Тут у нас будут происходить концерты. То есть можно будет, то, что ты будешь, а можно будет выйти и сыграть. А также у нас еще есть там еще одна комната, в которой тоже есть куча разной аппаратуры.